процедуральных идей. Сколько времени проходит ваша процедура? Сколько сеансов проходит? Курс идет от 1,5 до 2 месяцев, в зависимости от состояния ребенка. Угу. 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу. Это в утренние и дневные часы. Люди приходят на где-то ориентировочно на 1,5 часа. Ребенок проходит несколько специалистов, и вот все укладывается где-то в 1,5 часа обычно. На сейчас у нас мы практикуем следующее, что для жителей Азербайджана есть как бы особо льготная возможность получение практически не 1,5-2 месяцев. Пока у нас есть такая возможность, потом, вероятно, будет как-то по-другому. Сейчас те, кто проходит терапию, они после 1,5-2 месяцев интенсивного курса, как каждый день, и на протяжении еще 3 месяцев они приходят, скажем, раз в неделю, раз в 2 недели, на поддерживающую такую вот терапию, контроль. Это дополнительно. То есть это получается, да, получается, что в курс без увеличения стоимости, значит, идет порядка 5 месяцев. Угу. Demək, əziz tamaşaçılarımız, həftənin 5 günü gələ bilərsiniz. Səhər saat 9-dan dedi, ondan dedi. Saat 2-yə qədər gələ bilirsiniz. Həftənin 5 günü, hər gün oradadılar bu adamlar. İş günü saat yarım müddətində çəkir. 2 ay boyunca kursun zamanıdır. Amma deyir, biz indi Azərbaycanda olduğumuza görə, Azərbaycanlılar üçün, yəni bu əlavədir, bir bonus kimi əlavədir. Və 2 ay bitdikdən sonra, birinci kursumuz bitdikdən sonra, həftədə bir dəfə uşağın vəziyyətindən asılı olaraq, həftədə 2 dəfə, hətta 3 dəfə onlar sizi yenə dəvət eləyəcəklər, gələcəksiniz, yenə həmən o kursu davam etdirəcəksiniz, əlavə olaraq bir 3 ayda üzərinə gələcək, bütövlükdə hardasa 5 ay kimi edir. Bu əslində çox yaxşıdır, gözəl, gedin. Çox gözəl. Жители других стран, причем то, что я скажу, это было всегда, после окончания уже такого интенсивного курса, они продолжают быть с нами на связи. Раз в неделю они пишут, ну, мы, по крайней мере, просим их каждую неделю писать отчет о том, что происходит с ребенком, какие изменения, в чем нужна помощь. К их услугам вот наши все специалисты, специалисты, врачи очень высокого уровня, специалисты по развитию, которые подсказывают, еще минимум на протяжении 3 месяцев люди имеют возможность, как я уже сказал, совершенно бесплатно, да, продолжать этот, как бы, этот курс, получать нашу поддержку. И, это очень рекомендации, хорошо. Да, мы... Спасибо, это за вас. Demeli, əziz tamaşaçılarımız, курс bitdikdən sonra da əlavə olaraq onların mütəxəssisləri, həmin insanlar ola bilər ki, adam çıxdı, getdi öz ölkəsinə. Mütəmadi olaraq həftədə bir dəfə əməkdaşları əlaqə saxlayırlar. Uşağın vəziyyətində nə yenilik var? Geriləmə mi var, irəliləmə mi var, vəziyyət necədir? Bir sözlə, bu mərkəzlə siz terapiyaya başladığınız gündən uşağın sağalmasına qədər sizinlə tam əlaqədə olurlar. Və o əlaqədə olduqları dövrdə siz o mərkəzə yenidən gələ də bilərsiniz, yenidən yoxlanışa da gələ bilərsiniz. Bunlar artıq ödənişsizdir. Məsələ burasındadır.